Если у вас двери, косяки, сделать это нужно быстренько. Сейчас посмотрим. Опять быстренько. Говорите, подсказывайте. Сейчас приготовились, настроились, бережем головы. Я говорю, смертельных случаев не было. Сергей, это для вас отмашка. На старт. Внимание. Марш. Мужики, собирай яйца. Все подавили. Да. Давленные берите тоже. Кто-то наступил. Все. Все собрали, уроды. Я держу. Вышли, второй подъехал. Погода есть, да? Спокойный день. Почему? Еще один. Почему? Почему? Потому что у них нет вот этого... Почему у нас тут это вся? Все об этом знают, но ничто не делает за Москву. Это про Москву. Это вот вопрос и обычно... Москве тоже. Обычно возникает вопрос водителей, которые приходят на это. У них там все по-другому, у них там оклад, они там не рвут. Начинают сравнивать Казань с Москвой. Вот мне, ну, не хочу обижать этих людей, но я вообще в любом смысле, когда начинают сравнивать Казань с Москвой, это смешно. Это все равно, что сравнивать маленький город с другим государством. Ну вот смотрите. Что-то пока, еще не подобрал. Пока вы с закрытыми глазами, сидя в этом автобусе, который вел у нас такой вот водитель Сергей, ехали по маршруту, вам на пути попадались другие участники дорожного движения. Пешеходы, водители других автомобилей, там кто-то сидел в других автобусах и троллейбусах. Ну вот после вашего движения вы сейчас можете видеть результаты. Кто может гордиться тем, что у него все целые? Что, нет таких? Одно только. Нет, у меня две целые. Одно целое. Шикарно вы автобус провели.